Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем проходить Dead Space. В прошлой серии мы уничтожили 4 засранцев, которые отравляли воздух. Осталось еще 4. И нам идти куда-то туда. Так, я сделаю так. Так, ну что, Айзек готов? Готов. Куда-то денемся. Так, сообщение. Отчет химической лаборатории профессора Джаггервальда. Кому? Доктору Экрос. Элизабет. А, это она. Даже, видно, подруга Айзека. Элизабет. Не сомневаюсь, ты уже слышала о странной органической форме, которая была обнаружена на стенах различных отсеков. Я проанализировал эту субстанцию и думаю, тебя заинтересуют результаты. Клетки по своей структуре напоминают бактерии. Только с вирусным поведением, как и бактерии, этот организм инфицирует другие клетки посредством осмоса, после чего начинает бурно размножаться. Удивительно то, с какой скоростью происходит это размножение. Одна единственная бактерия всего за минуту произвела 20 своих копий. Я никогда не видел ничего подобного. Ни хрена себе. Могу поставить на кон свою репутацию, но мы имеем дело с инопланетным организмом. Профессор Хоули выдвинула теорию, что колония таких бактерий предназначена для изменения окружающей среды. Они выделяют какой-то газ в неимоверных количествах. Ага. Вот почему в пораженных отсеках стоит такой мерзкий запах. Но к чему все это приведет в итоге, я обязательно напишу, когда появится что-нибудь новое. Но оно и появилось. Генрих. В виде некроморфов. Благодатная среда. Это же гнида. Гнида. Сдохла. Да. Слава богу. Что-то попыталось. Есть еще. Так. Что тут у нас? Тут у нас верстак. Так. Что я хочу улучшить? Огнемет пока. А, ничего я не улучшу. У нас же нет силовых углов. Так, а тут чё? Ух ты ж! Сволочь. Хотел меня напугать. Ему это удалось. Да-да. Да, Айзек. Ага. Фух. Нет уже патрончиков таких. Что такое? Что такое? Что за музыка? Надо быть настороже. Так, тут надо силовой узел. Что-то за говно летает тут. Двести кредитов. Едем наверх. Так, там кто-то есть или нет?
Красотища. В восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Ну ты меня обрадовала. Так, впереди большое помещение, а это не радует. Так, возьму-ка я вот эту штуку. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Где? Где эта аномалия? Что-то там видео. Ах ты, вот она аномалия. Ты собака. Прикольно. Ух ты ж, силовый узел. Так, надо использовать аптечку. Неплохо так. Эта винтовочка рубает. Надо ее улучшить. Какое-то говно летает. Так, плазменные заряды. Думаю, пока перейду на резак. Так, о, надо вот это зарядить. Да. Как-то мы быстро ухайдокали вот эту тварь. Блин. Тут ничего не появится, надеюсь. Отлично. Патроны. Блин, плюется всякой хренью. Так, надо все пособирать. Куда я зайду? А туда мне идти? Это бы стазис зарядить. Я слышу эту тварь, она дышит. Я тебя слышу. Все. Пацанчик додышался. Хорошо, зарядили стазис. Топливо для огнемета как говна. Отлично. Так, а шо там? Он куда-то туда? Но я хочу посмотреть, что тут. Никого тут нет. Блин. Опять какой-то говно там. Так, 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 так. Это что тут такое? Замена питающей цистерны. Ага. Надо как-то стазисом поработать.
питающей цистерны. Блин. Бежи, бежи, бежи. Есть. Все, разобрались. Теперь, я думаю, можно и на лифт. А куда нам по карте? Так. Куда-то высоко. Ну ладно. Высоко так высоко. А на уровень 3 аж. Интересно, а на уровень 2 мы будем? Так, тут на уровень 2 будем подниматься. Вот это тварь. Ну и тварь, бывший член экипажа, которого беспардонно мутировали. Даже не спрашивая его. Так, куда-то вниз. По карте куда? На уровень 2, я так понял, да? Да. Хорошо. Погнали. Да, честно говоря, такая игрушка временами стрёмная. Так смотришь. Точнее, играешь в нее. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Ну хорошо, сообщи. А я пока возьму патроны к огнемету. Сколько у меня этих патронов уже? Ага. Нехило так, нехило. Птичка. Патрончики. Так. Что у нас тут? Силовой узел. Уже два штучки, это хорошо. О, точка сохранения. Это вообще отлично. Шикарно. Так, сохраняемся. И Айзек, идем дальше. Винтовочку возьму. Вдруг какое-то говно выскочит. Тут как-то так стремноватенько. Что тут мигает? Гнида! Ах ты сволочь! Отпусти! Отпусти Айзека! Сволочь мохнатая! Айзек! Ах ты погонь! А, нет! Ух ты ж! Сожрала Айзека. Бедный Айзек. Мне его жалко. Скотина. Ну, Айзек. Дубль 2. Где ты там, погонь? Есть. Фу.
Погонь. Чуть не сожрала нас. Сволочь. Хотела утащить нас. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Или какашки. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Че тут? Так, полстазис можно зарядить. Отлично. Какие-то каракули. Блин, это вот топливо к огнемету. Не знаю, сколько у меня уже. Может взять его? Ладно, пусть будет. Зона невесомости. О, пацанчик. Жалко мне его. Так. Там какие-то шипы. Ух ты, что тут какое-то электричество. Так, вопрос, а как его пройти? Ага, вон я вижу, куда можно, если что, сняться. Наверное, стазисом проходить, да? Где вы, сволочи? Гори в пламени, скотина. Сейчас ты сгоришь у меня. На. Сволочь. Маленький ублюдок. Который и любит заниматься всякими ублюдочными делами друг с другом. Отлично, патрончики. Так, я где-то слышал. Эту тварь, которая дышит. А где она? Куда-то туда, да? Так. Вот сюда. Ага, да-да-да. Сюда. Интересно, как тут кровяша в невесомости держится. Чего огнемет не хочет работать? Ага, тут это ж погонь. Вот она. Даже огнемет не хочет работать в таких условиях. Это последний, Айзек. В центре контроля атмосферы есть переключатель, который запустит кислородные фильтры. Как только воздух очистится, ты сможешь пройти на продуктовый склад. Айзек, я читаю отчеты. У экипажа у всех начались массовые галлюцинации. И я видела своего брата на мониторе наблюдения.
а это невозможно. А это очень плохо. Так, что там, аптечку использовать? Наверное, среднюю. Так, что там с патронами у нас? Ну, в принципе, так неплохо. С патрончиками неплохо довольно-таки. Так, куда идти? Назад. Так, вон какую-то панельку вижу. Выключить. А так. Чё так? Туда можно? Отлично. Так. Зона гравитации. Зарядим стазис. Надеюсь, тут никакая погонь уже не вылезет. Идем по какому-то говну, как всегда. О, есть сохранение, отлично. Так, спуститься вниз и идти. О, мы будем идти мимо верстака. У нас есть два узлика. Так, что тут? Кто-то есть внизу, интересно, или нет? Обычно всегда есть. Никого нет? Как же так? Пацаны! Все-таки есть. Кредиты, кредиты. Из тебя что упало? Ничего. А жаль. Ну я же знал, что вы будете меня ждать. И я ждал вас. Так. Тут можно использовать силовой узел. Но я что-то не хочу. Я хочу использовать верстак. У меня как раз два силовых узла. Я улучшу импульсную винтовку. Да. Ущерб подниму, чтобы она лучше маслала врагов. А потом я надо будет, я улучшу стазис модуль, увеличу длительность, то маловато немножко стазис действует. Так, а потом, наверное, уже если будет возможность, на огнемет объем подниму.
Так, лазерная винтовка нормально подкачана. Еще бы резак потом подкачать. Ладно. Это уже потом. Ну все, Айзек. Теперь ты несущий смерть всему живому. Алек, где ты? Да тут я. Помоги мне. С Айзеком. Опять твоя ненормальная подруга названивает. Зачем ты, Айзек, с ней связался? Так, тут тихо. Ну, ладно, зайдем в магазин. Так. Продадим проводник. Да. Так. Огнемет, топливо. Ну, не очень много. Так. Лазерные магазины тоже не густо. Так. Пожалуй, я затарюсь немножко патрончиками. То чувствую, нас ждет какой-то сюрприз. Это ж железно просто. Там же какая-то херня в 10 килотонн заползла на склад. Так, сохранимся. Да. Так. Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Отлично. Продуктовый склад открыт. Подышите свежим воздухом, твари. Интересно, а мы вот тут яд, когда это мы его уже использовали или нет? Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Это точно. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб, я буду ждать тебя там. Это что такое? Какая-то херня, треснуло стекло. Тут тоже. Блин, сколько этого говна. Сюда уже пролазит. О, о. Баксы. Топливо до огнемета. Здрасте. Как поживаете? Все нормально? А, вот она. А ну, как вам понравится? А, свежий воздух, да. Ты смотри, как их плющит. Черт, яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Сама иди, блин. Скотина. Он еще дышит. Что это значит? Так, что у нас по патронам? Так, на плазменный резак нормально. На винтовку импульсную тоже нормально. Так, вопрос, чем стрелять? Вот этим, может? Или вот этим все-таки? Попробую пока вот этим. Открывай, Эзик. Что-то мне тут зона невесомости не нравится. Сколько тут людей? Это что еще за говно там? Ух
ты ж! Как оно меня подсекло! Сволочь! Сюда прыгаем. Ты зараза. Прыгаем. Ух ты ж, зарядила все-таки мне. Сволочь. Сволочь, сволочь. Блин, достало. Блин. А ну, попробуем резачок свой. А ну давай, сволочь. Понравилось? А еще хочешь? Сволочь. Ломай станцию. Ух ты ж как зарядила мне. Получила? Так, это что такое? Ух ты ж, зараза. Зараза, достала меня. Бежим, 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 бежим. Блин, зараза. Бежим, 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 бежим. Блин. Опять эти твари. Блин, ай, вставай, вставай, вставай. Прыгаем. Есть. Бежим, 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 бежим. Прыгаем. Ух ты ж, зарядила все-таки. Прыгаем. Что? Сволочь. Понравилось? Ух ты ж. Это мне понравилось.
бежим, бежим, бежим. Живучая тварь. Живучие 10 килотонн. Пока ты уже сдохнешь. Понравилось? А так... Это уже можно. Нравилось? Я так вижу, тут долго можно бегать. Так, я вижу, она уже распадается. Это сволочь. Все, ему еще недолго осталось. Отлично. Гребаные 10 килотонн. Думаю, ты меня надолго запомнишь. Фу, Айзек, ты молодец. Айз, отлично. Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Как он там? Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Так, аптечка. Там что-то летает. Да, такая тварь здоровенькая попалась. Огнеметик. Вот там еще что-то летает. Аптечка. Отлично. Еще аптечка. Че мне по аптечкам? Полный порядок. Так, перезаряжу эту пушку. Так, тут у меня вообще пусто. К сожалению. Так. Надо хорошо все посмотреть. Чтобы ничего не упустить. То как-то после битвы с этой тварью у нас совсем оскуднели запасы. Так, вон кое-что вижу. Большая аптечка. Вообще супер. Я вижу, тут если что, можно было аптечки подбирать. Я все бегал да бегал. Так. Где эти двери? Пошли назад. Зона гравитации.
разобрались с этой погонью. Теперь хоть не будет отравлять нам воздух. Чего? Отсек от атмосферного контроля. Ага. Магазинчик, что можешь предложить? Так, мне нужна плазменная энергия. Аптечка, не хотелось бы продавать. Ладно, пока так будем. Так, сохранимся. Кто его знает? А вдруг какая-то херня опять вылезет, хапанет Айзека за одно место и утащит под венец. Да, Айзек? Да-да, например, твоя Элизабет. Тут же Хэммонд был. Откуда он снялся? Не подскажете мне? Айзек, куда он снялся? Он же еле дышал. Твари эти его забрали или как? Хрен его знает. Но будем искать. Думаю, он найдется. Вопрос только, куда он все-таки делся? И почему? Если это он сам снялся. Если нет, тогда вопрос, во что он превратится и как нам его убить. В Багдаде все спокойно, да? Как всегда, кровавые следы. Не убрал за собой и тому подобное. Так, ну и отправляемся подальше из этого отсека. Опасные примеси завершено. Конечно же, сохранить, пусть будет. Так, глава 7, шах в пустоту. Какой-то там не маленький отсек, я вижу. Рудная платформа. Это же куда все выжившие направились. Наверное, такое побоище. Блин, скотина. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Согласен, ты могла бы взять ключ. Не знаю, сколько еще продержусь. Я тоже не знаю, сколько я продержусь. Ну ладно. А сколько продержится Айзек, мы узнаем в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Можете оставлять свои комментарии, если понравилось. О, ты смотри, какая надпись. Прямо на полу. Можете ставить пальцы вверх, если вам понравилось. Можете также подписываться по вашему желанию. И до встречи в следующей серии. С вами был Владимир, и пока.